Состояние и перспективы переговоров по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта накануне обсудили в Баку. Президент Азербайджана Эльхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Бернара Фасье, Роберта Братке и Игоря Попова. Также в беседе принял участие спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. А некоторое время спустя глава Азербайджана встретился с министром окружающей среды, энергетики и изменений климата Греции Джорджем Папа Константину. Он возглавил греческий Делегацию в Азербайджане. Участники встречи говорили об успешном развитии двухсторонних отношений.